Здравствуйте, уважаемые студенты! На ваше внимание предоставляется лекция «Управление пассажирскими перевозками» с кафедры промышленного транспорта старшего преподавателя Исина Бутугузмалгаждаровна. Значение и задачи пассажирских перевозок. План лекции. Виды пассажирских перевозок и классификация пассажирских поездов. Составы пассажирских поездов и их формирование, скорости движения пассажирских поездов, руководство пассажирским движением. Цель лекции является перспективное и оперативное планирование объема пассажирских перевозок. Полное и своевременное удовлетворение страны в перевозках – основная задача работы железнодорожного транспорта. Повышение скорости движения пассажирских поездов – одна из важнейших задач подъема уровня обслуживания пассажиров, эффективное использование технической оснащенности железнодорожного транспорта, повышение производительности труда во многом зависит от перспективного и оперативного планирования пассажирских перевозок, что в первую очередь сказывается на использовании подвижного состава, пропускной способности железнодорожных пассажирских станций и вокзалов. Управление пассажирскими перевозками. Железнодорожный пассажирский транспорт в Республике Казахстан, в отличие от многих европейских и американских железных дорог, изначально является главным видом транспорта. В межрегиональном сообщении эта роль сохраняется и в обозримом будущем, так как по объективным причинам реальные альтернативные железнодорожным перевозкам не существует. В Республике Казахстан практически отсутствует морской или речные виды транспорта. Воздушный транспорт недоступен для массового пассажира. Объемы перевозок несопоставимы с перевозками по железной дороге. Из-за отсутствия достаточного количества хороших дорог, неразвитости автотранспортной инфраструктуры, сурового климата на большой территории страны автомобильный транспорт в межрегиональном сообщении также не может полностью заменить железную дорогу. Тем не менее, несмотря на то, что пассажирооборот в межрегиональном сообщении около 56% от общереспубликанского свидетельствует о стратегической важности из-за ежегодных многомиллиардных убытков. Стоит вопрос об экономической целесообразности железнодорожного пассажирского транспорта. Продолжается ухудшение технического состояния вокзалов и старение пассажирских вагонов, снижается качество предоставляемых пассажирам услуги. Прежде всего, это обусловлено следующими причинами. Низкие тарифы, жестко регулируемые государством для обеспечения массовых пассажирских перевозок. Следующее, так называемые перекрестные субсидирования, когда убытки от перевозок пассажиров связаны с низкими тарифами, покрываются за счет прибыли от грузовых перевозок, затраты на услуги пассажирских перевозок недостаточно прозрачны, что не позволяет уточнить методику разъяснения общих затрат между грузовыми и пассажирскими перевозками и определить величину государственных субсидий на социально значимые маршруты и отказаться от субсидирования за счет грузовых тарифов. Отсутствует государственная политика ценообразования на услуги железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок. Например, междугородние и международные автобусы практически не платят за доступ к автомобильным дорогам. Стоимость плацкарты и билеты проездного документа не соответствуют прямым и косвенным расходам на перевозки. Все это в совокупности вызывает необходимость реформирования системы государственного регулирования железнодорожных пассажирских перевозок. Практически во всех странах первым шагом на пути реформирования железнодорожного транспорта стало разделение грузовых и пассажирских перевозок. В дальнейшем общепризнанным стала практика подтверждения социальной значимости железнодорожных пассажирских перевозок. Были внедрены механизмы и поддержки в условиях сильной конкуренции со стороны автомобильного, воздушного и морского видов транспорта. Задачи реформирования пассажирских перевозок, ориентированные на повышение общей экономической эффективности, включают формирование государственного социального заказа на услуги железнодорожного пассажирского транспорта, определение объективной стоимости услуг железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок,
анализ и сокращение расходов и, соответственно, уменьшение дотации на их покрытие, переход к коммерческому предприятию, ориентированного на рыночные условия, усиление роли частного сектора, развитие конкуренции, АО «Пассажирские перевозки» осуществляет следующие функции. Перевозка пассажиров, багажа и груза багажа почты, продажа и оформление проездных документов, обслуживание пассажиров на вокзалах, обслуживание пассажиров в поездах, текущее содержание и ремонт вокзалов, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов, экипировка вагонов водой, углем, постельным и чайным принадлежностям. АО «Пассажирские перевозки» являются единственным перевозчиком на всей территории страны. Предприятие имеет соответствующую функциональную и региональную филиальную структуру, структурными подразделениями пассажирских перевозок. Является 3 региональные пассажирских филиала – Алматинский, Западный, Акмолинский. На их балансе находятся вокзалы, 7 региональных пассажирских вагонных депо в городах Астаны, Алматы, Кызылорда, Костанай, Караганда, Актобе и Павлодар. Пассажирские вагоны. Филиал «Багажные перевозки», филиал «Пригородные перевозки», филиал «Алматинский вагоноремонтный завод», филиал «Вагрес». АО «Пассажирские перевозки» являются крупным перевозчиком пассажиров в Казахстане. По технической оснащенности и размерам имущественных активов для выполнения своей основной задачи по обеспечению перевозок населения АО «Пассажирские перевозки» имеет соответствующие основные средства. Также АО «Пассажирские перевозки» является 100% акционером и участником следующих юридических лиц. АО «Пригородные перевозки», перевозка пассажиров во внутреннем межрайонном сообщении, АО «Вокзал сервис», содержание вокзалов, организация сервиса на вокзалах, обеспечение населения справочно-информационными услугами, АО «Вагоносервис», техническое обслуживание и осмотр пассажирских вагонов, экипировка вагонов углем и водой, АО «Багажные перевозки», перевозка багажа и груза багажа, прием оформления перевозочных документов на перевозку багажа и груза багажа, АО «Пассажирская лизинговая вагонная компания», сдача в аренду и лизинг пассажирских вагонов. ТОО компании «Жолаушлар Транс», перевозки пассажиров во внутреннем межобластном внутриреспубликанском сообщении. АО «Алматинский вагоноремонтный завод», 47% производства капитального и деповского видов ремонтов пассажирских вагонов. Виды перевозок и классификация поездов. План лекций. Виды перевозок, классификация поездов. Виды перевозок. Переход к рыночным отношениям предъявляет дополнительные требования к организации пассажирского движения. К числу основных функций пассажирского железнодорожного транспорта добавились такие важные виды деятельности, как комплексное изучение рынка, транспортного обслуживания населения и спроса на пассажирские перевозки и сопутствующие им услуги. Без этого нельзя планировать широкий ассортимент транспортных услуг и сервиса, который обеспечил бы эффективное развитие железных дорог. Только на основе маркетинговых исследований могут быть разработаны наиболее целесообразный план формирования, эффективный график движения поездов и оборота составов, а также меры по стимулированию сбыта своей продукции и услуг, повышению числа потребителей и их платежеспособного спроса. Чтобы обеспечить свое конкурентоспособное положение на рынке, каждое предприятие железнодорожного транспорта должно добиваться высокой рентабельности производства за счет повышения производительности труда и снижения цены продукции. С падением платежеспособного спроса на перевозки в условиях экономической нестабильности а остро встает вопрос о величинах пассажиропотоков, которые необходимы в качестве исходных данных для разработки плана формирования и графика движения поездов. Необходимый прогноз пассажиропотоков можно выполнить, умножив фактически перевезенный поток пассажиров с учетом неудовлетворенного спроса на перевозки. За аналогичный период прошлого года на коэффициенты отражающие основные тенденции пассажиров к увеличению или снижению числа их поездок. Существуют следующие виды сообщений при перевозке пассажиров. Прямые в пределах двух и более дорог,
местные между станциями одной железной дороги, пригородные в пределах пригородных участков, примыкающих к крупным населенным пунктам. Классификация поездов в зависимости от дальности следования пассажирские поезда подразделяются на три категории. Дальние, следующие на расстоянии свыше 700 км, местные на расстоянии от 150 до 700 км, пригородные расстояния до 150 км. В зависимости от скорости движения, условий и комфортности поездки, дальние и местные поезда подразделяются на скорые, скоростные и пассажирские. Скорые, в том числе скоростные поезда, имеют наиболее высокую маршрутную скорость благодаря меньшему числу остановок и меньше их продолжительности. Эти поезда формируют из наиболее комфортабельных вагонов, обеспечивающих наибольшее удобство для пассажиров. Они назначаются на основных магистралях между крупными городами. Максимальная ходовая скорость скорых поездов 140 км в час. Поезда, следующие со скоростью свыше 140 км в час, относятся к скоростным или поездам повышенной скорости. Высокоскоростные поезда, курсирующие на специализированных линиях, развивают скорость до 300 км в час и более. Например, на линии Париж-Лион рекордная скорость составила 515 км в час. Пассажирские поезда обращаются между крупными населенными пунктами, обслуживают пассажиропотоки, не охваченными скорыми поездами и имеют меньшую маршрутную скорость из-за большого числа остановок и несколько меньше технической скорости. На тех участках, где нет пригородного движения, пассажирские поезда останавливаются не только на участковых, но и на промежуточных станциях. В число поездов дальнего местного сообщения входят фирменные поезда, которые имеют не только номер, но и название, отличаются высокой комфортабельностью и культурным обслуживанием. Тулпар, Жицу, например. В зависимости от категории поездов принято единое на сети железных дорог. Их нумеруется приведенным в таблице 1. Незначительные и устойчивые потоки пассажиров обслуживаются отдельными вагонами или группами вагонов прямого беспересадочного сообщения от станции отправления до пункта назначения. Они следуют с разными поездами, расписания которых согласованы на узловых пунктах, перецепка вагонов на направлениях, где значительные перевозки багажа и почты назначают специально почтово-багажные поезда. В них включают пассажирские вагоны. На линиях с небольшим объемом перевозок курсируют курзопассажирские поезда, сформированные из вагонов для пассажиров и грузов. Рост деловых и культурных связей с зарубежными странами обусловил развитие беспересадочных международных сообщений. Поезда и отдельные вагоны, обслуживающие их, называют поездами и вагонами международного сообщения. Прямое беспересадочное сообщение осуществляется со многими странами Европы и Азии. Каждый пассажирский поезд формируется из конкретного числа вагонов определенного типа. Составы пассажирских поездов разных категорий различны. Количество вагонов в составах пассажирских поездов, как правило, колеблется от 15 до 22 и зависит от пассажиропотока, категории поезда и длины пассажирских платформ. Конкретное расположение вагонов в составе называется схемой. Под композицией понимается число вагонов разного рода – мягких, купейных и плацкартных и других. И порядок их размещения в составе показано в слайде. Схема формирования составов указывается в книжках служебного расписания движения пассажирских поездов. Для поездов одинаковых категорий целесообразно применение унифицированной схемы, которая обеспечивает взаимозаменяемость составов. В этом случае вагоны в составах располагаются группами по типам в голове состава – плацкартные вагоны, в хвосте – купейные. Такая композиция составов позволяет использовать их в общем обороте и при этом обеспечить минимальные операции по маневровой работе в пункте формирования. Совпадающие композиции составов позволяют увеличить схему поезда за счет добавления вагонов со стороны как головного, так и хвостового вагонов поезда.
Использование составов пассажирских поездов в общем обороте обеспечивает уменьшение числа используемых составов. В схеме поезда указывает порядковый номер вагона, назначение, признаки брони. Содержание информации в схеме поезда зависит от функции подразделений. Перечисленная выше информация необходима в вокзальном хозяйстве для оформления проездных документов. Для пассажирских станций и вагонных подразделений важны бортовые номера вагонов в порядке их расположения в составе. Чтобы сократить уход свободных мест со станции отправления места до станции перемены трафарета находится в свободной продаже. Количество мест по всем броням должны соответствовать вместимости вагона. Для мягких СВ вместимость составляет 18 мест, для купейных 36 мест, для полоскартных 54 мест. На ряде дорог для улучшения условий труда проводников им предоставлены дополнительные места, поэтому пассажирам оформляется 34 места в купейном и 52 места в плацкартном вагонах. Места брони начальника поезда в билетных кассах не продаются, поэтому из схемы они вычитаются. Работу по распределению мест в поездах установлено переменных тарферетов выделенную норму брони. Осуществляет дорожное бюро по распределению мест ОДБ. Ему подчиняются такие же бюро региональных дирекций ЛБК и вокзалов БРМ. По правилам композиции состава дальнего следования мягкий вагон СВ ставят в середине состава, рядом с вагонами ресторана. Исключение составляют фирменные поезда. Состав пассажирского поезда отличается от скорым числом купейных и большим количеством некупейных вагонов с общими плацкартными местами и вагонов с местами для сидения. В таком поезде многие пассажиры едут не на всем протяжении его следования, а входят и выходят на станциях, расположенных по пути, поэтому число вагонов со спальными местами может быть сокращено. Для коротких расстояний с продолжительностью поездки 6-8 часов при условии прокладки поездов в дневное время могут применяться составы из вагонов областного типа и с креслами для сидения. Вместимость состава определяется категорией пассажирского поезда, его массы и композиции. Число вагонов в составе зависит также от длины пассажирских платформ. Масса составов скорых и пассажирских поездов в настоящее время установлена до 1000 тонн, состоявшихся из 16-20 вагонов. Для скоростных участков 140-160 км в час скорость. Максимальная масса скорых поездов составляется, как правило, 700-800 тонн. Поезд номер 7-8 круглогодичный, курсирует через день отправлением из Алматы по четным числам, прибытием и отправлением из Москвы по нечетным числам. Прибытие в Алматы по нечетным числам. Нумерация вагонов указана при отправлении из Алматы с головы, при отправлении из Москвы с хвоста поезда. Поезды меняют направление по станции Мичуринск, Арыс-1. Прицепные вагоны номер 18, 19, 20. Уральск-Алмата курсирует через день отправлением из Уральска по нечетным прибытиям, в Алматы по нечетным числам, отправлением из Алматы по четным прибытиям, в Уральск по четным числам. Багажный вагон курсирует по дням следования поезда. Почтовый вагон курсирует по указанию. Это видно в таблице 2. Сокращение и условные обозначения, встречающиеся в схемах, расписаниях. Выделяются места в купейных и плацкартных вагонах. Двухместные купе для отдыха проводников в плацкартных вагонах, места 53-54. Для хранения белья в вагоне номер 8 купейные места с 1 по 4 выделяются для отдыха проводников. Поездной электромеханик, начальник поезда, место с 5 по 8. Для работников вагон-ресторана места
35-36. Для наряда полиция по сопровождению поездов от Алматы 2 до Узенки в оба направления места 9-10. В вагоне номер 5. Плацкартных. Места 1-2. Резерв для начальника поездов. Переменный трафарет устанавливается при отправлении из Алматы ЛБК Жамбыл в вагоне номер 4, плацкартные места с 17 по 46, в вагоне номер 11, купейные места с 9 по 36. По станции Шымкент в вагоне номер 4, плацкарт, места с 1 по 16 и с 47 по 52. В вагоне номер 5, плацкарт, места с 11 по 20. Вагон номер 13, купейный, 36 мест. И в вагоне номер 11, купейный, места с 1 по 4 по станции Тюретам вагон. Номер 12, купейный, 36 мест. При отправлении из Москвы ЛБК Уральск вагоны номер 4, плацкарт, 52 место. По станции Саратов вагоны номер 11, 12, купейный, 36 мест. Для оформления обратного выезда из Алматы выделяются ОДБ Москва в вагоне номер 11, купейные места с 5 по 8. И в вагоне номер 5, плацкартные места с 3 по 10. Для ЛБК Уральский в вагоне номер 18, купейные, 36 место. В вагонах номер 19, 20, плацкартные, 52 место. Для оформления обратного выезда из Москвы выделяется ОДБ Алматы в вагоне номер 5, плацкартный, места с 3 по 20. И в вагоне номер 8, купейных, места с 11 по 16. Факультативные вагоны номер 1, номер 2, номер 3, номер 14 включаются в составе поезда. При увеличении пассажиропотока исключаются при его уменьшении с объявлением об исключении не менее чем за 5 дней до отправления поезда. Она показана в схеме таблицы 3. Схема составляет поезда, номер поезда 7-8, Казахстан, это фирменный поезд в сообщении Алмата 2 Москва. Она проходит через станцию Казанская. Организация дальних местных пассажирских перевозок. Особенности и основы организации пригородных перевозок. План лекции. Понятие о пассажиропотоках и оборот состава. Расписание поездов и основные условия их формирования. Особенности и основы организации пригородных поездов. Организация групповых перевозок. Понятие о пассажиропотоках и оборот состава. Планировать пассажирские перевозки существенно сложнее, чем грузовые, поскольку размеры и направление пассажиропотоков зависят в значительной мере от социальных факторов и потребностей населения в перемещении. Планирование дальних местных пассажирских перевозок основывается на следующих факторах: развитие экономики различных районов, уровень доходов и материального благосостояния населения, плотность, подвижность и культурные уровни населения, развитие городов и курортов, техническая вооруженность транспорта, сооружение новых и реконструкция существующих железнодорожных линий, развитие других видов транспорта. В условиях рыночной экономики большое значение имеет соотношение тарифов с продолжительностью поездки и перечнем представленных услуг на железнодорожном транспорте и его основными конкурентами – воздушными и автомобильными транспортом. Необходимые данные для определения объемов предстоящих пассажирских перевозок получаются специальным технико-экономическим обследованием, которые выявляют районы тяготения населения к железнодорожной линии, значение их в промышленном, сельскохозяйственном, культурном, курортно-лечебном и других отношениях, особенности и перспективы развития различных отраслей экономики, взаимоотношений соседних государств. Эти сведения дополняют заявками городских и районных администраций, местных организаций, центральных органов, статистическими данными о пассажирских перевозках, предыдущий период и обследованием населенности, обращающихся поездов.
На основе данных о пассажирских потоках их устанавливает направление следования и участки обращения дальних и местных поездов. Размеры движения поездов различных категорий, показатели пассажирского движения, потребности в подвижных составах для дальних местных перевозок, их резерв, потребность в поездных бригадах и в материальном обеспечении перевозок. Корреспонденция пассажиропотоков между отдельными пунктами позволяет определить участки обращения пассажирских поездов, а величина пассажиропотоков – размеры движения. При этом предусматривает обслуживание основного потока пассажиров беспересадочными сообщениями и стремятся обеспечить рациональное использование подвижного состава. Учитывая техническую вооруженность станции, то есть возможности их использования для приписки, формирования и оборота составов, значение промышленных, административных, хозяйственных, курортных и других пунктов, размеры грузового движения и другие факторы. Весь этот комплекс условий учитывается при разработке плана формирования пассажирских поездов, который определяет по каждому направлению пункты формирования и назначения поездов всех категорий. Поскольку сеть железных дорог может включать несколько параллельных одно- и двухпутных линиях, соединяющих экономические районы страны, решаются вопросы рационального распределения грузовых и пассажирских потоков на параллельных линиях. Основной принцип решения этой задачи заключается в том, что в зависимости от назначения грузовые и пассажирские потоки делят на распределяемые и нераспределяемые. К распределяемым потокам относятся такие, которые являются транзитными для данного полигона сети. К нераспределяемым потоки в границах каждой линии полигона сети и потом погашаемые на ней или зарождающиеся на таких линиях и следующие за пределы выходного пункта. При этом возможна специализация параллельных линий, одна только для грузового с учетом пригородного движения, другая только для пассажирского. Большое внимание в последние годы уделяется повышению скорости движения пассажирских поездов. В настоящее время заканчивается реконструкция магистрали Санкт-Петербург-Москвы, позволяющей пассажирским поездам на большей части линии развивать скорость до 200 км в час. В перспективе предусматривается реконструкция ряда других основных линий железных дорог России в целях повышения скорости и обеспечения безопасности движения пассажирских поездов. Оборот состава в пассажирском движении состоит из тех же элементов, что и в грузовом, но нахождение в пунктах оборота зависит в большой степени от расстояния и периодичности обращения поездов. Оборот состава складывается из времени в пути, от начальной до конечной станции оборота, также простоя в пунктах формирования, приписки и оборота. Время в пути зависит от расстояния следования поезда и его маршрутной скорости при следовании от начальной станции и обратно. Простой в пункте оборота и формирования определяется технологическими процессами работы станции и расписанием движений. Оборот составов рассчитывается по формуле и округляется в большую сторону до целых суток. Оборотом на состава пассажирского поезда называется время, которое затрачивается на цикл операций, производимых с момента отправления состава в рейс со станции приписки до момента отправления с этой же станции в следующий рейс. Чтобы определить потребности в составах для поездов одного назначения, следует разделить время оборота состава на интервал между отправлением поездов. Например, если время оборота 96 часов, что для ежедневного отправления одного поезда интервал 24 часа, потребуется 4 состава. Если поезд за этого назначения отправляет один раз в 2 дня с интервалом 48 часов, необходимы 2 состава. Резервы ускорения оборота составов, повышение маршрутной скорости, следование в первую очередь в результате увеличения ходовой скорости, сокращения продолжительности и ликвидации излишних стоянок, уменьшение времени на ремонт, экипировки составов и другие операции в пунктах приписки и оборота.
а также совершенствование графика и снижение простоев составов в ожидании отправления по расписанию, когда размеры пассажиропотока не требуются ежедневного обращения прямых поездов.